Около 100 юных спортсменок из 8 регионов России боролись за разряды и звания кандидатов в мастера спорта на первенстве Сибирского федерального округа, который стартовал 14 января в Омском центре подготовки Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Это вторые официальные соревнования, которые прошли в зале нового дворца художественной гимнастики. Заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Константин Подбельский на торжественном открытии выразил уверенность в том, что стены нового дворца поспособствуют достижениям и победам участниц соревнований. Соревнования проводились 3 дня. В программе первого разряда победительницей стала Юлия Кулебакина из Кемеровской области. Второе место заняла Анастасия Шибаева из Омской области. 3-е место в активе еще одной омской гимнастки Елены Кокиной. По программе кандидатов в мастера спорта 2-е место на пьедестале почета заняли представительницы Омской школы художественной гимнастики. На 3-м оказалась спортсменка из Иркутской области. По итогам соревнований будет сформирована сборная Сибирского федерального округа для участия на первенстве России уже в феврале. Таким образом, наша школа художественной гимнастики подтверждает свои победные традиции. В Омске растет новое поколение талантливых граций.